Ребята, всем привет! У меня тут кучка мала полезностей. Это мой заказ, который пришел вместе с одеждой, но одежду я снимала отдельно. Единственная новинка, которая тут есть, прям новинка, которая впервые на моем канале, это такая вот ваза. Мне она безумно понравилась, и она действительно красивая. Что вот мне нравится, что чтобы ее ставить, она не гремит из-за того, что тут все прорезинено. Faberlic Home логотипчик тут он наклеенный. В общем-то, очень даже хорошенькая вазочка. Итак, значит, ваза большая, 28 сантиметров идет. Материал керамика. Очень красивое вообще оформление у него, такое бирюзы. Мне нравится, я такое очень люблю. Артикул 910-165. Буду пользоваться с удовольствием, с превеликим. А мой любимый коктейль мне достался по акции за 1 рубль. Почему? Потому что мы участвуем во всех акциях. Мы сидим на сайте и бдим, какие где будут акции. И мне, конечно, это очень-очень нравится, что компания Faberlic, неважно в каком вы статусе, директор, не директор, всем одинаково делает подарки. Это шикарно. Итак, значит, артикул 156-50. 51. Это у нас сухая смесь для приготовления молочного коктейля. Идет с жиросжигающими компонентами, пребиотиками, инулинами, пшеничными волокнами, какао-волокна. Вот полная таблица, какие тут вообще минералы и микроэлементы есть. То есть это очень классная штука. Вот составчик поставлю, поставьте на паузу, почитайте. Да, то есть и вот она, полная аннотация всей-всей-всей красоты. Вот, и как раз тут есть конъюгированная линолевая кислота, которая помогает сжигать жиры, активизирует обмен белков и тем самым помогает организму лучше их усваивать. А это очень важно. Если белка не хватает в организме, организм будет всегда толстеть, всегда запасаться, что бы вы ни делали, сколько бы килограмм мяса ни ели. То есть вот тут вот упрощенное усвоение белочка идет. В общем-то, классная вещь. Конечно же, как без тебя, моя красотка. Далее взяла бюстгальтеры. Как вы видите, это у меня по золотому VIP-консультанту. Я сейчас могу брать много вещей со скидкой 70%. И вот вы знаете, мне понравилось это дело. Я всегда теперь начала брать. И так как у меня уже все есть, и те вещи, которые я заказала себе, оставила, они мне понравились, они были по VIP-предзаказу. Я не могла их выбрать позже, там на 2 недели или еще что-то. То я выбрала вот эти вот бюстгальтеры Spacer. Spacer размер 85C. Мне они безумно нравятся, они безумно классные, мягкие, легкие. И они очень хорошо держат форму груди. Ухаживаю за грудью таким образом, что как бы она и не растягивается, и бюстгальтер не чувствуется, и во время спорта классно. И вот да-дам, вот это можно вот так всяко разно смять. И ничего с ним не будет, он выправляется, и все с ним отлично и великолепно. Поэтому и путешествовать в нем, и просто так ходить, гулять, и просто так заниматься спортом, мало того, что он красивый, он реально удобный. И он очень, вот эти чашечки, они очень тонкие, очень приятные. И вот это вот V-образный вырез еще сзади, да, как вы видите, он тоже хорошо поддерживает, если грудь уже большая, кормящая и так далее, да, то есть у меня дочки долго меня кушали. Артикул 895-097. В общем-то, все понравилось, вставлены косточки. И вот я взяла два таких вот, пыльно-розовый один, а второй такой вот белый. Да, пыльно-розовый тоже очень красивый. Артикул у него 895-121. Тоже хорошенький. Я думаю, даже нет смысла распечатывать. Далее акция Like Faberlic. 70% скидка. Я взяла два клубничных коктейля Скульпта. Они идут специально для спортсменов. И один коктейль я взяла шоколадный. То есть тоже очень вкусный. То есть вот этот вы можете пить, когда вы спортом не занимаетесь. Да, его можно 2 порции в день и 1 порцию, например, такого. Или 2 порции такого и 1 порцию такого. То есть можно. Но полностью едой заменять не нельзя. То есть, если вот этот коктейль, он идет как, он заменяет один прием пищи, не более 2 приемов пищи в день им можно заменять, то вот этот, он идет именно для того, чтобы пошло жиросжигание. Его можно пить за час до тренировки или сразу после тренировки. Он идет не для набора веса, он идет наоборот для того, чтобы худеть и стройнеть. Далее, смотрите, вот такая каша мультислаковая с яблоком и фундуком. Нам она с Антоном безумно понравилась, очень вкусно. Артикул 16-113. Паста с томатами и овощами понравилась в основном мне. Я вообще люблю макароны, вот эта паста с томатами и овощами вообще ничем от макарон не отличается. Далее, полба со шпинатом и шамбалой, тоже вкусная штука.
Коровка. Мы поели, нам понравилось. 16-106. И перлота с грибами. Оно у меня практически уже в каждом заказе, потому что его ест вся наша семья, и свекровь, и свекровь. В общем, всем нравится. Иногда они еще туда выкидывают банку тушенки. Это, конечно, намного калорийнее, нежели без банки тушенки. Но тоже вкусно, я бы вам сказала. Потому что там все готово. Быстренько сварить. Шикарно, просто шикарно. Так, так как я Q10 свои отправила папуле, он у меня жил 20 дней, да, вы знаете. Поэтому я заказала себе новое Q10, артикул 157-23, потому что мы тоже всей семьей пьем. Его можно пить без перерыва, но Александр Эдигер сказал, что перерыв какой-либо нужен. Ну ладно, месяц пропустим, потом снова пить начнем. Артикул 157-23. А далее... Стевия 156-77, ну вы знаете, что это сахарозаменитель. Вот тут вот история такова с этой вещью. Я заказала еще один концентрат-активатор густоты волос в ампулах. Он идет специально для того, чтобы стимулировать рост волос, увеличивать густоту. Есть обычный курс, есть интенсивный курс. Я уже одну штучку тут отломила, израсходовала, потому что у меня закончилось. Их тут 6 ампул должно быть, да, по 5 мл. Написано, что одной ампулы хватает на всю голову. Мне, если честно, не хватает, может, я как-то неаккуратно расходую, еще что-то. Вот, и смотрите, способ применения. Отламываем носик и втираем в кожу головы. Вот, интенсивный уход у нас получается 3-4 ампулы в неделю. Нужно расходовать 1 месяц. Поддерживающий уход это 2-3 раза в неделю в течение 3-4 месяцев. Я просто то вспомню, то не вспомню. После мытья головы практически всегда его наношу, втираю, и мне это дело очень нравится. И мой мастер по красоте, который приходит ко мне на дом, красит волосы и так далее, говорит, боже мой, сколько у тебя новых волос выросло, это просто невероятно. А я думала, они у меня секутся, это новые волосы. Я говорю, ну ничего себе. В общем, артикул 1693 поработал на славу, а результат очень хороший. Дальше, что у нас получается дальше, это трафареты для кофе, артикул 910-183. Да, кладете на кружечку, посыпаете, они тут всяко разные идут. Боже мой, слушайте, а как открыть? А вот тут открывается, да? Есть такой и есть такой. Если вы взобьете пенку у кофе, да, с молоком, то можно и шоколадом сверху потереть, посыпать, тоже вот на пенке долго держаться, да, красиво получится подать кофе. Дальше батончики. Я их взяла все по 5 штучек, но сюда выложила по одному. Это наша давняя любовь, мы их берем и будем брать, и они нам очень нравятся, и ребенок их кушает, в общем, все их кушают. Значит, артикул 156-45 шоколадный, банановый артикул идет 156-33, черничный идет 156-49, кисленький такой, вкусненький, насыщенный. Так, дальше идет 156-32 малинка, кокосик идет 156-46. А моего любимого фисташкового нет, потому что его не было в наличии, когда я заказывала. Так, клубничный 156-36, вишневый 156-48. Все они идут белковые, 21% белка у них идет, и они идут с коллагеном еще вдобавок. Кушать не более одной штучки в день. Кто их видит, ребят, впервые, так как это уже предпоследние, да, то есть они идут в таком вот шоколаде, они абсолютно без сахара, и они идут что-то типа нуга с печеньем в перемешку, очень вкусненькие такие вот, упругие, очень такие вот приятные, они очень вкусные, мы всей семьей прям едим, и компания Faberlic прям в самое сердце попала вот этой вот вкусняшечкой. Ну и последнее, что мы вам с Алиской хотим показать, это коралловый кальций. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Ребят, пакетики, которые там в саше содержатся, их не нужно разрезать и высыпать воду. Их нужно вместе с пакетиками класть. Недавно видела такой вот вопрос в комментариях, да. Так, далее, значит, он идет просто для того, чтобы вода стала качественнее, да. Я думаю, качество воды, а от качества воды зависит продолжительность нашей жизни, потому что вода это наше все. Артикул 153-92. Классная штука, из года в год пьем, уже, наверное, заколебала я вас с этим кальцием в обзоре. Но прям принимаем постоянно и денег на это не жалеем вообще ни в коем разе. Ну все, мои дорогие, это был мой мини-обзорчик. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Целую, обнимаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, что вам нравится из коллекции Нечаев. Только пишите честно, если вам что-то не понравилось, то есть вещи, которые мне не понравились, и это нормально. Всем пока-пока!